Дождь классный. Вообще дождь. Привет, ребята. Вообще дождь — это благодать природы. Дождь. Вон Даша идет с прогулки. Потому что с учетом нашей речки многострадальной, Березовец, вот по зарезу надо дождик уткам этим, которые хлебают воду грязную. Поэтому сейчас каждая капелька дождя, она работает на что она работает? На оживление нашей речки. Ну, запах стоит, конечно. Ой, еще дождик. Честно говоря, хочется ливень часа на 2, на 3, на 4. Часа на 3, на 4 ливень было бы классно. Вот, пацаны, такая штука, вот такую штуку вам показываю. Сейчас покажу вам такие штукенцы, которые у нас тут поставили. На набережной. О, ветер поднялся, смотри. О, и машина как раз есть. Смотри, перейти не дают. Раз. Сейчас бы я попал. Да? Колеса блондинки. Вон собака идет знакомая. Здрасте. Любите, да, дождик такой тоже? Не, ну классно, классно. Сейчас все оживляться будет, оживляться. Вот. Пясик гуляет. Знакомый. Молодец. Еще один. Ребята, в общем, у нас тут, смотрите, напилили, напилили. Вон пеньков сколько. Да. И вот это... Конструкции поставили, скоро тут будут качели висеть у нас. В общем, будем как белые люди. Секьюти, да, какой дождь тут? Те шарови балдеют просто под дождем, пацаны. Все просто балдею. Ой, так. Кстати, фонари у нас уже работают. Такой ни о чем. Мама. Ой-ой-ой, тут мусор живет в этих красных кубах, блин. Все почему-то решили в него сбрасывать мусор. Так, что, голуби? Блять. Ё-моё. Слушай, искрятся провода, обалдеть. Голуби что делают у нас? Отдыхают. Все. И мне пора домой. Не, на самом деле я домой сейчас не пойду. Я вот пока не промокну, пацаны. Пока не промокну до нитки. Я домой не пойду. Так, что с речкой дальше? Смотрим снова. Пена продолжает идти с канализации. Вот, пожалуйста. 5 июля. В общем, вся надежда только на хороший проливной дождь. Многочасовой. Который на 15-20% освежит нашу реку. Фу. Ребята, в общем, если вы думаете, что вам некомфортно, неинтересно, одевайте футболку, идите гулять на улицу под дождем. Идите. И у вас сразу же настроение поднимется, как в юные годы, когда мы пацанами бегали под дождем и все веселились, когда еще гром молния там звенела. Просто кайфовали, не знаю. Просто. Вон там кто-то плесканулся сейчас. Наверное, еще какая-то живой карп какой-то или карась радуется приливу кислорода. В общем, а я сейчас буду продолжать все это. Все, ребята, всех обнял. Здоровья, счастья, прогулок под дождем. Вон там. Здрасте. Дама какая-то идет. Симпатично. Вот сейчас на нее наведу и на этом закончим репортажик. Вот красота, видите, какая девушка под зонтиком. Согласитесь, что это очень красиво.
Поэтому, ребята, кто досматривает мои репортажи всегда до конца, тот получает самые интересные кадры. Все, дождь разгулялся. Выключаю телефон, пацаны.